сидят на лавке три деда. Одному 70 лет, другому 80, третьему 90. Самый младший, молоденький, 70-летний, говорит: вообще, братки, я так-то здоров. Вот я просыпаюсь в 6 утра, я хорошо кушаю, хорошо сплю. У меня одна проблема, я в 7 утра поссать не могу. Поэтому я хожу к урологу. Вот одна только проблема. Они такие: понятно. 80-летний говорит: слушайте, друзья, так я ведь тоже здоров. Я просыпаюсь в 6 утра, я хорошо кушаю, я хорошо сплю. Я в 7 утра, ссу, как слон. Но вот в 8 утра покакать никак не могу, и я хожу к проктологу. Говорит: бывает, что теперь. 90-летний дед сидит, говорит: слушайте, так я тоже здоров. Я хорошо сплю, я хорошо ем, я в 7 утра, сука, конь, я в 8 утра, сука, сру, как слон. Одна проблема, просыпаюсь в 9. Ага. Я так понимаю, надо про говно рассказывать, правильно? Вот эти вот мои семейные истории нахер не всрались, да, никому? Вика, давай. Понятно. Баклажан, дядя Толя, баклажан, дядя Толя.